Ребят, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Я продолжаю вести блог о жизни Швеции. Помните, ролик там внизу будет в описании, как ведутся у нас здесь взрывные работы. Так вот, когда делали заправку, вот смотрите, то что было. Вот видите, была гора, ее повзрывали, теперь у нас получилась заправка. Вот пришел первый бензовоз, сливает горючее. Здесь была гора, полностью были взрывные, шли взрывные работы. Полностью была гора, вот видите, после взрывов все, что осталось. Сейчас проводят и электрику подключают. Вот, ребята, строили они ее 2 месяца. 2,5 месяца. В апреле начали, сегодня середина июня. Заправка с двухсторонняя. Одна колонка с одной и с другой стороны. Розетки для электрических автомобилей нету. Только бензин, соляра. Все, бензовоз, бензин слил. И вот то, что там оборудование. Никакого персонала, все автоматически. Подъехал, карточку вставил, заплатил, уехал. Все. Вот эти все камни, которые это после взрывов. Мелочь вывезли, а крупняк сюда сделали, подпорные стенки типа. А это наше предприятие мини-гараж. Так что вот так у нас происходит строительство. Все, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч. Спасибо за просмотр.